Между тем, глава МИД России после встречи с Хиллари Клинтон в рамках саммита ОТЭС осудил политику Вашингтона в отношении Сирии и Ирана. Односторонние санкции против Тегерана и Дамаска напрямую затрагивают интересы российского бизнеса, в частности банков, объяснил министр иностранных дел. Это недопустимо, добавил Лавров. При этом дипломат заверил, что Москва, занимая позицию по Сирии, не исходит из меркантильных интересов. По его словам, Россия не поддерживает санкции против режима Башара Асада, поскольку считает, что они ничего не дадут. Лавров также отметил, и Россия, и США стремятся к тому, чтобы Сирия стала свободной, демократической, процветающей страной, и чтобы ею руководило правительство, избранное народом.